Почти 2000 квадратных метров асфальта, 700 брусчатки и 200 метров рельс. Все это обещают уложить и заменить сотрудники запорожского ЭЛОАДА на одном из трамвайных переездов в центре города. Работы на объекте в самом разгаре и закончить их обещают в кратчайшие сроки. Перекресток улиц Лепика и Горького – один из самых оживленных. Однако качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Головной боли автомобилистам добавляют и трамвайные рельсы. Хотя уже в ближайшее время, обещают власти, эта проблема перестанет существовать. Ездить на машине будет гораздо удобней. Предусмотрена полностью замена, начиная от проспекта Ленина, вдоль улицы Горького, по улице Лепика. Замена как трамвайного полотна, так и укладки брусчатки. Планируется уложить около 1800 квадратных метров асфальта, около 700 квадратных метров брусчатки и заменить около 200 вагонных метров трамвайных рельс. Участники выездного совещания на объекте утверждают, стоимость реконструкции немного не дотягивает до 2 миллионов гривен. Однако, несмотря на широкий фронт работ, завершить их элуадовцы обещают до 15 ноября. Ну, сейчас работы у нас идут пока только подготовительные. Раскрываем полотно, убираем балласт, подготавливаем под бетон. И после этого у нас сразу будем ложить брусчатку. По словам Дмитрия Свиркина, в нынешнем году субвенции из госбюджета на дорожный капремонт в области составили 17 миллионов. Городу достается 10. Благодаря этим средствам, говорят в мэрии, список объектов реконструкции состоит из целых 14 пунктов.